Всем привет! Меня зовут Саша, и вы на канале по ссылке из Китая. Вот эту кучу товаров, а также много-много других я приобретаю с помощью кэшбэк-сервиса EPN. И знаете, уже сэкономил немаленькую кучу денег. Ссылки найдете внизу под видео. Недавно мне на распаковку прислали Bluetooth-гарнитуру стоимостью $8. Комплект очень скромный. На коробочке из твердого картона есть характеристики всего девайса. А внутри в поролоне зарядный провод и сам наушник. Также мануал на китайском и английском языках. Гарнитура не имеет сменных амбушюр, но по заявлению продавца, силикон, из которого она создавалась, испытывался и имеет большой запас износа. Зарядный кабель достаточно необычен. После разговоров с магазином Ланша, они меня заверили, что смогут продать отдельно кабель в случае его потери или слома. Стоимость не оговаривали. Итак, перейдем к наушнику. Вес 4,5 грамма. Размер с ноготь. Bluetooth 4.1 плюс EDR. Батарея 50 мАч. Компактный, практически невидимый, даже на моей лысой голове, меня удивил. В ухе сидит надежно и не норовит выскочить. Речь передает чисто на расстоянии до 8 метров от телефона, далее небольшие помехи и затухание сигнала на 10-11 метрах. Одна кнопка, которая выполняет функции повтор звонка, положить трубку, пауза или плей при прослушивании музыки. После полной зарядки гарнитуры загорелась синяя лампочка, и я начал тест на батарею. Включил таймер и музыку. Периодически брал гарнитуру и слушал, работает или нет. В периоде между часом 40 и часом 50 гарнитура оказалась выключенной. После повторного ее включения она погасла через пару секунд. Батарея села. При прослушивании музыки надоедают полусекундные сбои, приблизительно 2-3 раза за песню. Думал, что брак, и полез гуглить. А нет, болезнь всех Bluetooth гарнитур, решения как такового нет. Итак, подведем итог. Комплект и упаковка 4 балла из 5, качество звука 5 из 5, батарея 2 из 5, дизайн, компактность 5 из 5, среднее получаем 4. Оценивать по воспроизведению музыки с прерыванием я не хочу, так как в электрочайнике ведь тоже можно суп сварить, но он для этого не предназначен. Ссылку на гарнитуру вы найдете под видео, а мы переходим дальше. Время обернуть пульт от телевизора в наши новые крутые чехлы. Завернули. Сейчас будем включать фен. Пакетики справились со своей задачей. Пульт полностью облегает целлофановая пленка. Защищен от попадания грязи, пыли, влаги и тому подобного. Весь полностью обтянут, кроме вот этой части. Но я думаю, это не беда. Ее можно аккуратненько подрезать и заклеить скотчем в крайнем случае, если у вас постоянно пальцы норовят что-то подковырять, подколупнуть. Так, в принципе, за свою стоимость 5 пакетиков отличный вариант по хранению пультов дистанционного управления, либо еще чего-нибудь на ваше усмотрение. Советую эти пакетики в покупке. А вот мой спиннер, который я взял в рассрочку на Алиэкспрессе на 3 месяца. Сразу я купил вот эту часть, потом я купил подшипник, и третья моя посылка была вкладыши. Собираем все это. Получаем полноценный спиннер. Вкладыши оказались светонакопительными, и в темноте они немножко светятся. Выключил софтбоксы, и вот вы можете наблюдать, что уже немножко есть зеленый свет. А так как на улице недостаточно темно, я приглушу свет еще вот так ладонями, и, как можете видеть, они немножко светятся. Также какими-то полунеоновыми светонакопителями оказались и шнурки, которые приехали. Не очень ярко выраженно они светятся,
Следующий товар, который у нас был на распаковке, это вот эта чистилка. Проводите полностью по окружности апельсина, мандарина, лимона. В общем, того, чего вам надо почистить. Достаточно полезный девайс за свою стоимость. Я думаю, не раз пригодится вам и вашим детям. Что могу рассказать про эти носки? Если у вас нога больше 42 размера, они для вас однозначно будут маленькими. Я подозреваю, что у них размер приблизительно 39-40, не больше. На ноге жены 35 размера они оказались очень большими. На ощупь носки приятные, и если они вам подойдут по размеру, своих денег они однозначно стоят. Ну вот и закончился сегодняшний обзор. Ссылки на все товары вы найдете внизу под видео в описании. Обязательно комментируйте, нравится, не нравится. Всем пока!